«Свой в городе». Именно так называют новый среднетоннажный грузовик от компании «ГАЗ». В автоцентре «Дварис» прошла презентация автомобиля «Валдай Next». Это долгожданная модель, которая особенно подходит для городских дорог. Особенность новинки заключается в том, что это бескапотный грузовик. Такого группы «ГАЗ» еще не было. И я надеюсь, что предприятия, организации, предприниматели Ставропольского края по достоинству оценят наш новый автомобиль. Эксклюзивная презентация прошла в формате дня открытых дверей. Даже несмотря на то, что на улице очень снежно, клиенты смогли осмотреть и опробовать «Валдай Next» в действии. Ведь грузовику не страшна непогода. Ну, неплохой автомобиль. Мягенький по сравнению, как есть Hyundai этого рода машины, Isuzu. Этот помягче. Автомобиль, неплохой двигатель вроде. Насколько я знаю, этот двигатель на газелях стоит. Показывает себя неплохо. Все, кто решился купить грузовик прямо в день презентации, смогли воспользоваться специальным выгодным предложением. Дарья Семиренко, Павел Селиверстов, АТВ «Ставрополь».